Здравствуйте, друзья. Предлагаю вашему вниманию небольшой ролик, но знаете, такой очень-очень емкий. Компания МБА Финанс так рьяно бросилась в бой и так позорно слилась. Ну просто вот вежливо, галантно, по делу, спасибо автору. Я предлагаю вам, конечно же, вот я опросик сейчас буду выставлять в правом верхнем углу, будет опросик выходить. И ответьте, пожалуйста, на вопросы, которые там будут, если вам не трудно. Очень любопытно, как вы реагируете на вот такие вот вещи. Ну а всем остальным, кто хочет обратиться за услугами в компанию Алям, пожалуйста, ссылочка на наш сайт в описании ролика есть, и там выложено видео, как устроена работа специалистов компании Алям. Послушайте внимательно все, взвесьте все за и против, и, пожалуйста, будем рады вас видеть в числе наших клиентов, если вам надоели все вот эти вот проблемы, беззакония и, скажем так, неуправляемость вот этих ваших кредиторов. Ну а мы с вами слушаем, наслаждаемся великолепным роликом. Еще раз спасибо автору. Поехали. Алло. Здравствуйте. Компания МБА Финанс. Это Иманова Татьяна Сергеевна. Сергей Николаевич, это вы? Слушаю вас. Вы оплату в момент и деньги по займу произвели? А при чем тут вы и компания, которую вы называете? Мы представители компании «Момент и деньги» Сергей Николаевич. Как представляете? Значит, вновь агентского договора, статья 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации. На основании агентского договора вы мне должны позвонить, сообщить об этом и предупредить о последствиях, а не спрашивать, почему и как. Я вас слушаю. Сергей Николаевич, 298 дней вас уведомляют, а вы почему-то бездействуете. Ну, компания подарила мне эти деньги. Да, а может, их просто украли? Ну, если вы же есть у вас желание, можете обратиться в правоохранительные органы, я вам не запрещаю. А мы не будем так вот обращаться, мне это вообще не нужно, Сергей Николаевич. Тогда что вы хотите предложить? Что я могу предложить? Оплачивайте, Сергей Николаевич, то, что могу вам предложить. Я вам сказал, компания подарила мне эти деньги. Если компания считает, что я ей что-то должен, она может подать в суд. А почему в суд, Сергей Николаевич? Почему вы решаете? А я не решаю, это желание компании. Хочет, подает, хочет, не подает. А зачем вы взяли? То есть украли денежные средства и не возвращаете? Почему это вы решили, что я с незнакомым человеком буду обсуждать этот вопрос по телефону? Можем лично, Сергей Николаевич. За какие проблемы? Я вас жду всегда, мои двери открыты. Да. Я обосную вам, кто вы и что вы. Вообще, вы мне скажите, ваши близкие родственники знают, чем вы занимаетесь, какой вы работаете, на какой работе? Естественно, Сергей Николаевич прекрасно знает. Ну, да, и они за меня очень рады. Очень рады за вас. Я борюсь с такими людьми, как вы. Вы боретесь с такими людьми? По телефону вы со мной? Да. Да. К сожалению, по-другому не так не могу, Сергей Николаевич. Я желаю вам удачи. Это большое удовольствие. В легком, благодарном труде. Да, но я не воруюсь уже средства, Сергей Николаевич. А это не вам уже решать. И вообще, с чего вы решили, что я их украл? А мне решать, Сергей Николаевич. А вам решать. Ну, в суд обращайтесь, суд определит, украл я их или нет. Не будет у вас суда, Сергей Николаевич. Ну, до свидания. До свидания. Оставьтесь 386 статьей. Снитесь дальше. Ну, удачи вам. Удачи. Вот такая прелесть. Ну что, друзья, ставим лайки, комментарии, пожалуйста, пишем. Что вы думаете по поводу всего происходящего вот, в нашем кредитном пространстве. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не успели это сделать. Группа ВКонтакте у нас есть. Ставьте там, пожалуйста, свои комментарии. Ну а ссылочка на группу в описании ролика. Еще раз подчеркну, алгоритм работы кредитных юристов компании Алям вы сможете узнать, познакомиться с алгоритмом работы на нашем сайте. Там есть выложено, там есть видео. Пожалуйста, проходите, ссылочка в описании ролика. Ну и наверху в правом верхнем углу тоже для вашего удобства. Вот она выходит. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании Алям. Всего вам доброго, друзья!
До свидания.